Прием по личным вопросам сегодня провел заместитель начальника отдела надзора окружной госавтоинспекции Владимир Федосеев. В течение часа он давал консультации как водителям, так и пешеходам, которые приехали в ГИБДД специально по такому случаю. Вопросы разные, от тонкостей в процессе постановки автотранспорта на учет до правил регистрации автомобилей в разных регионах страны. На все вопросы, носящие консультативный характер, ответы получены были сразу, а вот те, которые требуют детального изучения, будут еще прорабатываться.